Самолет – это, можно сказать, часть твоего тела. Ты им управляешь и помимо этого успеваешь посмотреть и препятствия, птицу увидеть, там где-то машины подозрительно едут. И в каждом полете ты стараешься поставить новую планку, повысить планку, сделать лучше, сделать качественнее, сделать точнее, эффективнее. Для меня небо – это, грубо говоря, большая часть моей жизни. Если я перестану летать, то я не знаю, что делать, как.